Кубанский благотворительный фонд «Цветик Семицветик» объявил о смене названия. С момента своего основания в 2008 году организация работала по 7 направлениям. Именно этот смысл и был заложен в названии. За время работы программы «Цветик Семицветик. Вместе поможем детям» в Краснодарском крае собрано больше 470 миллионов рублей. Руководитель фонда Яна Старожук заявила, что в связи с непростой экономической ситуацией теперь все силы будут сосредоточены только на оказании помощи больным детям. Кроме того, благотворительная организация изменила название на «Край добра».